Спасибо, Дастан Артисбекович. Я бы хотела по поводу вчерашней статьи в «Экипрессе» немножко дать пояснение. Вчера вышла статья, где написано было, что предметом обсуждения на нашем комитете при выдаче почетной грамоты стал кусок бумаги. Я понимаю, что мы согласны где-то с критикой, которая делается в адрес там, нас, как парламентариев, но когда идет критика в адрес государственных наград, я не согласна. Вопросы были заданы в соответствии с тем, что почетная грамота, я хочу зачитать, выдается в каких случаях. В знак признания существенного вклада в развитие парламентаризма Кыргызской Республики, законодательства Кыргызской Республики, обеспечение прав и свобод граждан Кыргызской Республики, укрепление демократии конституционного строя в Кыргызской Республике и за активную общественно-политическую деятельность. И представление о награждении почетной грамоты, оно действительно это очень серьезно. Вчера были заданы вопросы молодому человеку в связи с тем, какой лично он вклад внес в развитие хотя бы города, что лично сделано. И поэтому я не думаю, что надо было так в прессе раскачивать. И когда действительно, ну может быть ему не дали слово в каком плане, когда его председатель комитета просто остановил, вопросы уже были неконструктивные. Я бы просто хотела попросить, чтобы все-таки средства массовой информации, они на самом деле подходили более, скажем, объективно и не из контекста вырывались слова. А конкретно было сказано, почему вчера не стал рассматриваться вопрос о награждении частного лица. Дастан Артисбекович, просто хотелось бы на самом деле этот вопрос поднять. Многие люди получили почетную грамоту именно за заслуги, а не как кусок бумаги. Пожалуйста. Гульшат Кадыровна, есть калды, сунушу мусты. Кингисёс Мирлан Исапекович.